Всем приветики, с вами снова я, и сегодня я хочу вам показать легкий рецепт приготовления вкусной картошки в микроволновке. Для приготовления нам понадобится начищенный картофель, сливочное масло и соль. Также нам понадобится тарелка, пакет, ну можно в конце добавить зелень. В принципе, не обязательно, у меня зелень есть, так как уже лето, но если у вас нету зелени, и без нее будет очень вкусная картошка. Берем тарелку, далее берем пакет. В этот целлофановый пакет я сейчас переложу всю свою картошечку и продолжу. Переложила картофель в пакет, пакет поставила в тарелку. Далее немножечко надо посолить по вкусу, кому как нравится, и добавить туда сливочное масло. Если у вас нет сливочного масла, можете добавить столовую или 2 столовых ложки растительного масла. В принципе, вкус от этого сильно не изменится, на качество тоже никак не повлияет. На такое количество картофеля добавляю почти целую чайную ложку мелкой соли. Также кладу туда кусок сливочного масла. В принципе, на этом все. Теперь надо завернуть пакет. Только ни в коем случае его не завязывайте, просто закрутите, так как лишний воздух должен выходить. Если вы завяжете, у вас надуется пакет и просто это все лопнет в микроволновке. Далее в таком виде отправляю в микроволновку минут на 15-10, наверное. Посмотрим. Буду вытаскивать и проверять, в какой готовности мой картофель. Также время приготовления зависит от количества картофеля, который вы поставите в пакете. Чем больше картофеля, тем дольше будет готовиться. Чем меньше картофель, тем быстрее будет готовиться. Увидимся с вами, когда картофель уже будет готов. Прошло 15 минут, моя картошечка готова. Вот в таком она виде. Я пакет еще не раскрывала, как мы видим, там все горячее. Сейчас я выложу свою картошку в другую тарелку, посыплю зеленью и покажу вам, что в итоге получилась картошка и как она выглядит на столе. Кстати, когда будете ставить картошку, не пренебрегайте тем, чтобы поставить в тарелку, потому что пакет становится очень мягкий. И просто это ненадежно, пакет может нагреться и порваться, и у вас все это рассыпется по микроволновке. Будете собирать картошку, отмывать микроволновку, зачем вам это надо? Все, переложила свою картошечку в другую тарелку. Тарелка быстро нагревается, так как картошка очень горячая. Немножко подрумянилась, сверху посыпала зеленью. Выглядит все очень аппетитно, а аромат еще лучше. Если вы готовили со мной, то приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Если возникли какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Всем пока!